Пасхальные застолья. Большие семейные застолья – один из основных элементов празднования Пасхи. Они знаменуют окончание 40-дневного Великого Поста, во время которого ограничиваются мясные и молочные продукты. В этот день на столах самые лучшие и вкусные блюда. Хотя некоторые блюда варьируют от дома к дому, традиционные пасхальные русские застолья всегда включают кулич, пасху и крашеные яйца. Традиционный пасхальный кулич выпекается из дрожжевого теста, большого количества масла и яиц. Он высокий и круглый, обычно с глазурью и изображением креста сверху. Пасха – сладкий десерт, похожий на чизкейк, приготовленный из творога, сахара, изюма и других ингредиентов, и имеющий форму пирамиды. Пасхальные яйца традиционно красят в красный цвет, но в наши дни они могут быть любого цвета. Также принято приносить корзины с едой в церковь для благословения. Христос воскрес! Воистину воскрес!